почему никто не плачет, если ему весело? Я от смеха плакала. Я сейчас улыбалась, потому что у меня стали потекли слезы от смеха. Так что ж, надо было прекратить тут же улыбаться, и слезы перестали бы литься. Это правильно, это хорошая философия. Ну что, пап? Что мы сегодня будем делать? Рассказывайте мне. Ну, давай сидеть, потом походим здесь по этой дорожкам. А потом? А что потом мы будем делать? Кушать будем? Ну, не сразу же кушать надо. Ну, можно скоро. Ой, как хорошо здесь. Правда хорошо? Мам, у вас грибы здесь растут или нет? Ну, мы не собирали ни разу. Когда-то были. Ну, народ вылезал, наверное, пока. Наверное, потихонечку все собирают, да? Конечно. Дорогого же здесь нет. Ну, конечно. Особенно вот под теми, я не знаю, под этими деревьями. Это сосны или ели? Это всякие. Сосны. Ну, вот это точно сосна, вот это. Вот это сосна, с крышки сосна. Нет, сосна, у которой вверх такой вот, хоть какой это, остренький. У них у всех вверх. Четыре дерева. Вот в середине вот там сосна далеко, вон. Это сосна. Мама, ты знаешь, что на тебе почти что грибная шляпа по форме? Так это хорошо или плохо? По фасону. И у папы грибная шляпа. Вы, ну, вот, тоже вот, хорошо. Ты вы грибники и рыбаки. Облох мы не собираем там? Не знаю. В этих шляпах? Все может быть.